Ну что ж, дорогие подписчики и друзья канала, мы находимся в Баршеве, район Вавахдаша, который 27 лет назад встретил нас огромным пустым котлованом, который спустя четверть века преобразился в такой молодой скверик, парк с прудиком. Когда вся эта зелень подрастет в виде деревьев, тут будет чудесный парк. Вот, пожалуйста, Баршева разрастается. Да, мы туда сейчас подъедем, там детская площадка есть. Много лавочек, молодых саженцев. Thank you.